Здорово, народ, с вами Варчик. Смотрю вот такой реплейчик на вот реплейс. Я его еще не видел. Вместе с вами сейчас будем любоваться. Называется «Нарушение правил игры». Карта у нас Руинберг, встречный бой. Встречка, конечно, на Руинберге ужас какой-то. Выглядит страшно. Сейчас будем смотреть, на что это похоже. Я встречку выключил уже давным-давно. И... О, нарушение игры пошли. Чел сейчас, который играет на 122-м, он сейчас сам заблочил ВК-шку. Потому что... Ну, можно было чуть пошире ехать-то. Бывает, когда едут близко, там, и так далее, друг друга цепляют. Оба виноваты, там. Но здесь... Чел сам его заблочил. И ВК-шка ему пишет... приветствие в чатике. Написал ему приветствие в чатике. И ВК-шка по карте сзади едет. Скорее всего, он сейчас его вытолкнет. И это очевидно. Что сейчас ВК-шка, скорее всего, будет в жопу толкать нашего героя. Стандартная ситуация в бою, которую можно было избежать. Это самая стандартная ситуация в бою. Самое стандартное. И так происходит всегда. Объясню, как этого избежать. Итак, если вы вспомните мои стримы, как я играю и то, что я иногда говорю в каждом бою, я стараюсь держаться от союзников как можно дальше. Ни до кого не дотрагиваться, не толкаться, отъезжать от них как можно дальше и вообще с ними не иметь никаких дел. Потому что твой союзник это самый первый враг, который тебя сольет. И сейчас этот чел в бою попал в стандартнейшую ситуацию, в которой виноват сам. Ни один из союзников в рандоме в игре World of Tanks никогда в жизни не поможет, не прикроет, не закроет с собой твой танк, если ты сейчас будешь умирать. Никто тебе никогда в жизни в этой игре не поможет. Но, скорее всего, он тебя подопрет, толкнет, когда ты сводишься, когда ты пытаешься играть в позиции в какой-то там от башни или от бортика, он твой танк повернет, ты из-за него не танканешь или не стрельнешь нормально, или ты до него дотронешься, он тебя вытолкнет и сдохнешь. И ты будешь сам виноват, потому что в этой игре нету каких-то командных игроков, каких-то добрых людей, которые переживают за союзников и так далее. Здесь чисто быдло свиньи, которые вообще играют максимально отвратительно. Дай бог, если за 75 тысяч боев я два чела встретил, которые помогли мне в бою или сделали что-то хорошее для меня в бою. Союзники. Настолько это редко и мало происходит, что такая замечательная функция, которую давно уже пытаются ввести и над ней думали, как похвалить союзника или еще что-то типа такого, ее не вводят, а кого хвалить? Здесь нужно не функцию похвалить, здесь нужна функция порядочность, чтобы у каждого челика был рейтинг порядочности. Если ты играешь как свинья и быдло, то у тебя порядочность красная, там, я не знаю, 100, 200, 0. Если ты, допустим, хорошо себя ведешь в бою, то у тебя порядочность зелененькая, там 10 тысяч, 20, миллион, любую цифру, неважно. Вот и все. Никакие здесь благодарности во время боя и после боя никому не клацать, не нажимать, не кидать, ничего это не надо, это бессмысленно, здесь одни свиняки играют. И лучше никогда в жизни не толкайте союзников, ни с кем вообще рядом не тритесь и пытайтесь объезжать их как можно... аккуратнее, никого не цепляя. И когда вы кого-то толкнули случайно или еще что-то, вы просто по мини-карте смотрите, что он едет именно в вас, и просто заранее поворачивайте свой танк, объезжайте, чтобы он вас не вытолкнул. Я, поскольку уже миллиард раз в таких ситуациях был, поэтому меня вытолкнуть уже не так уж просто, поскольку я уже заранее всегда смотрю на карту и вижу, что чел едет меня выталкивать. Но я пытаюсь даже ни до кого не дотрагиваться, чтобы даже не создать такую ситуацию, поскольку здесь никто ничего не простит. Здесь союзники, да и враги, здесь в принципе такое комьюнити озлобленных, невеселых, грустных людей,
чисто терпил, поскольку игра не веселая, люди здесь не получают удовольствия, они приходят чисто за каким-то там своим непонятным развлечением, поразвлекать свои нервы, поэтому все раздраженные, и как только до кого-то дотронешься, начинается цирк. Но в этой ситуации, как ни странно, виноват сам 122ТМ, наш герой, который вот в этом реплее, АВК-4502Б, который вытолкнул нашего героя стандартный, быдло из рандома. Просто эту ситуацию нужно избегать и не создавать самому. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.